Многоцелевой быстрый исследовательский реактор или МБИР – уникальный строительный проект. Над его созданием трудятся ведущие ученые, инженеры и машиностроители. Буквально на прошлой неделе на площадке прошла установка плиты, перекрытие шахты реактора в проектное положение. Началась подготовка к установке корпуса реактора, который ожидают осенью. С ходом работы ознакомился глава Росатома Алексей Лихачев и глава региона Алексей Русских. По численности на площадке у нас в настоящий момент 1208 человек. По программе Росатома в 2021 году инвестиции в строительство многоцелевого реактора на быстрых нейтронах направят порядка 12 миллиардов рублей. Стройку планируется завершить досрочно в 2025 году, а уже в 2026 заняться запуском объекта, возведением БИР – пилотный проект для атомной отрасли. Это и площадка, где внедряют самые современные технологии в строительстве, БИМ-моделирование, инструменты дистанционного мониторинга, автоматизированные системы ценового контроля. Четыре ключевых события нашей внутренней госкорпорации, из них мы два также выполнены досрочно, поставка плиты перекрыта также выполнена досрочно, ну и, соответственно, следующее – это завершение бетонирования по реакторному блоку на отметке плюс 13, осталось 2300 кубов для дозавершения. Важным результатом рабочей поездки главы Росатома стало подписание сразу нескольких соглашений, посвященных сотрудничеству госкорпорации и Ульяновской области по созданию современной социальной инфраструктуры вокруг проекта сооружения МБИР и реализации инициатив по развитию в регионе под патронажем атомной отрасли спортивных направлений.